Миша там с целым пакетом. А, нет, это мой пакет. Я забыла крышки домой нести. А вот Мишин пакет с трубочками. Миша решил угощать всех в садике трубочками. Выпросил 10 трубочек. Да, Мишкин? Что опять поздно пришел в сад? Нет, гуляют, вон они, за углом. Еще гуляют. Какой куст шикарный, Саш. Да? Классно ухаживают за кустом. Пойдем? Где дети, Миша? Да. Вон они. Ты ее опять это портишь? Или ты под лак куришь? Под лак курю. Короче, Саша убирает мошек. Скоро столик поедет уже радовать детей в садик. В четверг. Через 2 дня, да? Красотища. А на лак не прилипнут мошки? Ну, я надеюсь, что сейчас-то не будет мошек. Жарко. Думаешь? Солнце жарко. Ну, будем надеяться. Что-то краска, конечно, не очень. Но до сих пор такое впечатление не высохло. Ну, под лаком будет ничего. Ну, просто это дело, что сейчас из-за цен выросших везде на радугу переходит. Потому что она стала доступной только. А она не очень. Ну, не стирается до бела, уже хорошо, да? Я сейчас буду собирать это. Посылочки на Озон. Потому что в 11 у меня зубной, через 2 часа Саша меня увезет на мотоцикле. Я там зубки полечу. А, глазки еще надо накрасить. Зубки полечу, и поедем мы с ним на мотоцикле отправлять посылочки в Озон. Во-первых, дешевле. Во-вторых, пробок меньше. А то у меня там от конца лечения зубов до конца приемки моих посылок, ну, грубо говоря, час, либо максимум полтора останется. На мотоцикле мы явно успеем. Почему он все время валяется у меня под ногами? Снежок. Тут прохладненько, он охлаждается 100 пудов. Блин, испортила кастрюлю, прижарила варенье. Уже второй день пытаюсь отмыть. Никак не отмывается, представляете? Особенно вот здесь. Сейчас вот так вот поставим. Пусть поотмокает еще вот так. Так, здесь я высыпала опять всякие объедки. Это у меня Мишкины тарелки. Сейчас пойдем с вами курам это отдадим. Девчонки еще спят. Еще надо кроватку заправить. Еще надо посылочки дособрать. Я уже все распечатала. Все сложила. Сейчас буду доделывать. Сначала куром соберем яйца. О, а что так мокро? Откуда мокрота? Зачем мне орехи поливали? А что мокро, Саш? Столик мыл. А? Столик мыл. Столик мыл? Да. Да? Я пошла к курам схожу. Ты эти банки пустые, Саш? Нет, там чуть-чуть есть. Надо тогда прибрать их в сарай аккуратненько к стройматериалам. Я пошла кур проведу. Девочки прямо ждут меня. Катя сегодня спит. Обычно Катя их кормит. От Кати еще не кормила. Они уже прямо это, прямо голодные. Девчонки. Смотрите, что я вам принесла. Меня не клевать. О! Прямо по курам, а. Еще кучу косточек, которые они обглодают. Надо корма им принести. Они прям голодные. Пока Катюха спит. Яйца. Что у нас сегодня? Это, по идее, за день с небольшим. 6, 8, 10, 11. Это один день. И еще 6 яичек. Это 18. Говорится, можно новый бисквит печь. Надо только курочек покормить. Они вот совсем голодные. Ой, я их всех выпачкала, короче. На одной помидорка, ладно, почистится. Видите, какой цветочек красивый у нас в траве вырос. Мне нравится. Как называется, не знаю, как обычно, но он мне очень нравится. Но Саша его скоро скосит, потому что это сорняк. Так, я там по дороге, знаете, что видела? Слива нападала. Так, и тут еще абрикосики надо собрать. О, смотрите, какой большой вырос. Нормально. Так, сейчас поищем здесь все. Несколько штук должно быть. А нет, слушайте, они не маленькие выросли. Они хорошенькие прям такие.
Вот этот жестковатый. Этот подпортился. Так. Сейчас еще поищу. Эти, кстати, еще не опадают. Вот абрикосик. Он снялся. Хотя он еще мог повисеть, но он снялся. Вот. Они немножечко дома полежат. И доспеют. Этот пока оставлю. Нету вроде больше. О, вон они. Смотрите, наверху прям много. Ой, света не достает, блин. А, ветку сейчас пригну. Слушай, неплохо так. Зря я абрикосик этот ругала. Там вот один остался. Мне кажется, ему повисеть еще и вот этот вот зеленоватый. Еще два штучки потом соберу. Пойдемте соберем эти сливы с полу. Вот я тут шла и увидела, что слива нападала. Это испортилось. А вот эти вот хорошие соберу. Так. Вон еще сливки. Так, вроде больше здесь не видно. Надо, блин, надо, чтобы Саша покосил. А то мы упустим сливы в траве. Это точно. Так. Да, на самой сливе пока они не это. Но надо уже, короче, обкосить здесь. Скорее всего, здесь будут падать. И мне надо их видеть. Да, вот еще одна. Сливка. Вон еще сливка. Буду теперь лазить вокруг дерева. Искать. Та плохая. Пригнем траву. Так, это испортилось. Теперь будем с вами каждый день ходить под дерево. И искать плоды. Абрикосы я, получается, собрала. А вот сливы только начали падать. Как классно, когда можно в огороде что-то собрать, правда? Я имею в виду в саду. Вот сад люблю. Так, все, отключаюсь, а то мне неудобно. Все, посылки собрала, девчонок накормила. Иванчишку. Все, куры довольны, набивают свои зобы. А я отправляюсь пить чаек и настраиваться на стоматолога. Я там по дороге еще одну сливку упавшую увидела. Сейчас мы ее тоже вытащим. Ой, вот так вот все заросло. Потом Саша покосит, будет так хорошо. Хоть валяйся. Вот здесь где-то видела. Вон он. Ой, две даже. Вот сюда-то я не залазила. Раз и два. Больше там нету? Вроде нету. Так, подняла там укур. Полиэтилен уже долго болтается. Сейчас в сарае у себя выброшу. Все, 45 минут. Нам надо ехать в поликлинику. Сейчас Саша меня отвезет и там оставит. Он собирался меня на машине везти. Я говорю, а смысл на машине везти? Если можно на мотоцикле, сразу со шлемом туда. Пойду к зубному со шлемом. Если что, буду прятаться в нем. Шучу, конечно. Почему я в этом шлеме похожа на хомячка? У меня так щеки это делаются. Худей, Света. Будешь не похожа на хомячка. Ты опять паровоз, а? Нет. Почему не нравится? Он даже правда делает. Эй, не пугай меня. Все. Зубик закончен, губа заморожена, хорошо язык в этот раз не замерз. Теперь жду Сашу. Тенечек уйду и жду свою карету двухколесную. Поедем отправлять в Озон. Записала на следующую неделю себя опять со следующим зубом и записала Мишку. На четверг надо убрать ему второй ряд зубов. Молочный удалить зубик, потому что новый уже наполовину вылез, а зубик шататься даже не собирается. Я попробовала, пошатала. Опять надо удалять. Смотрите, какая мусорка стоит, прикольная. Интересно, это по городу такие теперь стали ставить мусорки, или это конкретно клиника выздоровления поставила? Даже спасибо.
на четырех языках. Но, по-моему, по-немецки там еще буковка Е в конце должна быть. Данке, а не Данк. Или я что-то путаю? А? Знающие люди, скажите. По-моему, там должна быть Е. Ничего не забыл? Посылочки и на месте? Так, поехали. Как обычно. Все через заправку, через одну и ту же. 47.50 стоит денег. Саша. Мой 50-30-90. Вот. Здесь 53, кстати. Здесь дешевле. Можно, кстати, здесь тоже справляться. Но неудобно. Обычно в эту сторону я не еду. Ладно, точно. Да, мы будем... Доброценный светофор. Вдруг там появился корм кошачий. Водичка. А? Воды надо. Ну, воду в светофоре можно эту лимонную купить. Будешь такую? В общем, мы доехали до зоны. Слушай, они вообще махом строят. Смотри, уже склад готовый. Скоро все будет тут в складах. Сейчас жопку разомнем и поедем, ладно? Что это такое? Вот это вот. Кондиционер. Большой кондиционер? Ничего себе. Я смотрю, вон датчики какие-то на нем. Давно не мерили. Чтобы наши посылочки там себя хорошо чувствовали. Светофор местный. Ну-ка. Нет сегодня мяса по 99? Нет. Набор для тушения, окорочок. Нам все неинтересно. О, здесь, кстати, шампиньоны дешевле. Крылья утиные в барбекю есть. Но в крыльях утиных есть нечего. Яблочки неплохие. Хочешь яблочко? Пошли газировку найдем. Вон она. Вот эта вот лимонная. Или мы ее на выходе? Наверное. Моя любимая газировка теперь из светофора. Надо какую-нибудь колбаску найти почевой. А то я голодная. Вот раз. А, это рыба. Это рыба. Коврики продают в светофоре. Коврики. Ковер. Так. Что тут есть? Чего нет у нас? Это что такое? Сочное яблоко. Ой, кормерсы какие-то. А, детские хлебцы. Нет, такого мы не хотим. Он привозили всякое. Вон там что такое? Печенье какое-то? Он, смотри, новое какое-то печенье сахарное. Или нам пока не надо? Вареники. Мороженка есть? Только молоко. Блин, только горошок. О, есть пломбир. Я вот такое хочу. Ты хочешь? Хочешь такое? Или тебе рожок? Бери рожок. Супай, чтобы был хороший. И не все хорошие. Нашла ветчину рубленую. С неплохим составом, между прочим. Че? Голень индейки. Не, голень индейки нам не надо. У нас своя есть. Еще не доета. И еще колбаски. И там еще у Саши колбаса. У которой почему-то поменяли этикетку. Раньше этикетка была прикольнее. Все, в общем, вроде тут... Ой! Я выйти не могу с телефоном. Застряла. Больше нам вроде здесь ничего не надо. Колбасу и ту не планировали вот эту брать. Печенье, игра. А, это звуками печеньки, смотри. Чудо буквы. Ладно, нам не надо. Часы на мотоцикле подумали, что если они не отвалятся, то ты никогда не поменяешь в них батарейку. И отвалились. Да? Все, пошли? Mm. Печалька. Ну вот, батарейку поменяли, а часы все равно не работают.
Может, батарейка просушена. Давай еще одну попробуем. У меня еще 6 штук есть. Че? Пошли? Пошли еще. Все, у нас на мотоцикле теперь есть эти часы. Еще нет. Почему? Теперь надо как-то придумать их закрепить нормально. Эти грани отпали, чтобы ты наконец-то батарейку поменял. Они поняли, что с тобой по-другому нельзя. Ириска, ты что такая любвеобильная? Прям мурлычет. Вся такая довольная, радостная. Не, так интересно. Все? Прикольно. Кварц. Часы-то. Ага. Фирменные. Нержавейка, водонепроницаемые. Батарейки на завод унесешь? Если не потеряешь. Сколько времени? Правильно идут? Да, правильно идут. Мы с Сашей посмотрели первую серию «Зоны отчуждения», которую мне рекомендовали на стриме. Саша лег спать, короче. Ну, его смена сегодня ночная, поэтому он дрыхнет. А я выбираюсь. У нас тут бисквитик малость испортился, не доели. Отправим его к курам и сварим макароны. Еда вся позакончилась. Крылышки договорились, которые я мариновала. Саша будет завтра готовить без меня. А я сейчас сварю макароны и сосиски достану. Сегодня у нас будут макароны с сосисками. Мама написала, что она собрала 3 тазика ягоды. Ну, в смысле, абрикос. А это значит что? Это значит, что сегодня мне нужно будет снова варить варенье. А у меня вон там, видите, кастрюльки стоят. Вон они. Я еще не сварила до конца предыдущее варенье. У меня все кастрюли заняты. Сейчас придется варить макароны в той кастрюле, которую я никак отмыть не могу. Может, отмоется заодно. Икс! Мне нужны сосиски. Смотрите. Почему, что их там... Да, они открытые. Ну, как раз мы их и доедим. Эти сосиски. Так, решила я варенье проварить, проблендерить. И, собственно, я его поставлю остужаться до вечера. А тем временем, пока макароны буду варить спокойненько. Так, все, начинаем блендерить. Превращать эту массу в варенье. Я вспомнила, что у меня есть шампиньоны. Сделала подливку из шампиньонов. Так что будет, Саша, и макароны с подливкой. И ладно, и сосиски положу тоже. Так, вода для макарон закипела. Как мне вот эти черноту снизу отмыть? А с зенитами и доместосами не получается. Видите, совета сильно сожгла, получается. Все, варим макарошки, собираем Сашу на работу. Еще сыр натерла, чтобы макароны посыпать. Блин, у меня такое ощущение, что я постоянно ничего не успеваю. Во-первых, у меня болит зуб. Слушайте, это, наверное, потому что это там лекарство от нерв, ну, чтобы нерв мумифицировался, положили, да? Наверное, от этого. Надеюсь, пройдет. Подвывает так основательно, ничего не могу. Еще сейчас 5 часов надо за Мишей уже ехать, а я макароны не доварила. Поэтому сейчас поеду, быстренько доварю макароны, откину их туда, обжарю где-то пару минут, все это дело закрою, побегу за Мишей. Потом завезу Мишу, соберу Сашу и поеду к бабушке за абрикосками и отвезти ей варенье. Не попадаю я опять, похоже, к 6 на эту, типа йогу или не йогу, не знаю что. Но мне еще в комментариях написала сегодня Ольга из Абинска, что у нас есть матрешка, и там есть точно есть занятия, которые способствуют похудению, потому что она ушла с них, чтобы не похудеть сильно. Вот. И я так задумалась. Что-то мне мешает все время на эту типа йогу или не йогу пойти. Наверное, я пойду еще про матрешку узнаю. Может быть, конечно, лень и усталость к вечеру. Там просто утренняя группа есть, вот это, куда я записалась, ну, ходить. Собиралась, не записалась, собиралась. Там есть утренняя группа. Но я на утреннюю не попадаю, потому что утренняя, вторник, среда, пятница. А я в среду не могу. Вот. Поэтому я хотела вечером. А к вечеру я уже никакая. Не знаю, что делать.
По-хорошему, включить какую-нибудь тренировку там, фитнес и дома делать. Но дома, блин, все время находятся другие дела. Что делать? Как себя пнуть? Зато было бы экономно. А уходить куда-то у меня тупо времени не хватает. По-хорошему, сегодня я еще работу не доделала. Что вот мне с этим делать? Объясните мне. Забить на все и идти куда-нибудь на тренировку? Или пнуть себя как-то волшебно и дома делать? Что бы вы делали? Она уже в садике. Только что на встречу мне одногруппница Мишкина попала. Забрали Даночку. И я сейчас Мишеньку заберу. Где там мой Мишутка? А, Мишутка? Ты даже не последний? Да. Забрали у бабушки собранный абрикос. Целый вот такой таз. Принесла наконец-то банки из машины. Ага, у меня тут огурцы стоят. Господи, боже мой, везде что-то стоит. Не успела я на свои занятия, потому что уже 6, а мне еще надо Саше обед собрать. Или ужин. Что это такое вот у него? Тут ужин, обед. Так, сейчас мы вот это уберем вот сюда, чтобы оно здесь не мешалось. Это у меня еще остатки крышек. Так. Никто больше макароны не кушал. Мне осталось вот это вот сварить. Не добавить. Чё? Мы сидим с Лизой на ступеньках. Да. У меня болит зуб. Ну, точнее, вся левая нижняя челюсть. Левая часть нижней челюсти. Поэтому Саша сейчас перед работой поехал мне за нурофеном. А я сижу на крыльце и жду его со стаканом воды, потому что я хочу быстрее таблетку выпить. Обед я ему дособрала. А ты ещё стирай. Лиза со мной. Мы сейчас папу проводим на работу. Надеюсь, у меня от нурофена пройдет зуб. Завтра ехать в Краснодар. А сегодня надо доварить первое варенье и начать второе. Ой, оно же не второе, оно, по-моему, шестое. Ну и да, возможно, некоторые из вас задумались: Света, нафига тебе столько абрикосового варенья? Ну пропадает же абрикос. На полу гниет. А так мама будет у меня в баночках. На это. Да нет, бабушка собирает сейчас. Ну, я не хожу сейчас, не собираю, потому что бабушка собирает много. Я только успеваю переработать, да. Ну, я думаю, что еще раза три соберем. И на этом завершим. Когда баночки кончатся. Потом абрикоса не будет в следующие года урожая такого. И будет... Это что такое? Будем радоваться. Где? Нет, ты не снимала. Мама. А чё? Тебя все равно слышно. Так еще и видно. Кайфует. Лаки, иди сюда. Мой тигр. Привет. Мой тигр. Всем. У меня сейчас царапает. Не надо, пожалуйста, его нюхать. Что, он боится? Не нюхай его, пожалуйста. Не нюхай. Не надо. Тигр, ты что, боишься собаку? Ага. Отпустите, говорит, меня. Отпустите. Выражение морды тигра. Таблетка выпита. Я надеюсь, поможет. Ну, я обычно вообще нурофен как обезболивающее использую. Найс очень редко пью. И вот сегодня Найс меня не спас. В общем, Света напилась обезболивающих. Надеюсь, зуб пройдет. Мне надо смонтировать, картинки сделать на Озон обязательно сегодня. И варенье доварить. И начать ногу. Сейчас Сашу проводим на работу. И пойду поваляюсь немножечко. Макароны наготовила. Подливку грибную, сыру натерла, и никто не ест, представляете? Свете нужен грибочки и макарончики с сыром, и чаек, который любимый муж сделал. Ням-нямка. Так, ты не претендуй на мой ужин. Тигра, у тебя свое, у меня свое. Мишка тоже на грибочки с макарончиками согласился. Что вы не увидели вечером в окончании, собственно, вчерашнего дня? Видите, сколько баночек стало на столе? Это все варенье, которое я доделала из 4 порций абрикосов, собранных мамой. Много.
Я сделала где-то 26 или 28 баночек. Варенье прикольное получилось. Оно такое не сильно густое. Вот. Следующую порцию надо сделать густого. Хотя вот некоторые тут, конечно, позастывали. Я не знаю, может быть, это я. Может быть, это агар-агар. Может, я просто не умею. Но варенье получается немножко разное. Какое-то, получается, застывает, какое-то нет. Ну ладно, это не суть. Мы любое съедим. Вот. И я перебрала абрикосы, которые сейчас провариваем с утра. Вот. Это снова 4 кастрюли абрикос. На самом деле. Я думаю, тоже опять 20 плюс банок будет. Это я уже буду доделывать сегодня вечером, либо завтра утром. Потому что сегодня начинается новый день. И, собственно, скоро я начну вам новый влог. Ну вот на этом я закончила вчерашний день. Снимать было уже как бы это. Сил не хватило, поэтому просто пошли спать. Ну и на этом завершаем с вами влог. И встретимся в следующем дне. Всем пока!